Arduino – классная вещь. С ее появлением открылось множество возможностей для DIY-щиков, электронщиков. И в робототехнике она тоже очень активно применяется. Например, я в своем последнем проекте применяю ее в качестве контроллера по управлению электродвигателями. Команды с Raspberry через I2C передаются в Arduino, и Arduino уже исполняет нам движение. Но можно сделать как-то это лучше. Конечно, можно. Всегда можно сделать что-то лучше. Смотрите, сейчас весь мой проект по последнему роботу делается на ROS. И было бы классно сделать Arduino в качестве узла ROS. И так сделать можно, и сегодня я вам расскажу, как это сделать. А начать стоит с того, что нужно вообще скачать IDE-шку саму. Мы переходим на официальный сайт и скачиваем IDE для своей версии операционной системы. Скачиваем, распаковываем, устанавливаем. Думаю, как это сделать, вы сами справитесь. На всякий случай, читайте описание, там все будет подробно описано. Теперь нам нужно непосредственно перейти к апгрейду нашей Arduino под систему ROS. Для этого вначале мы скачиваем стандартные пакеты вот этими двумя командами. Далее мы переходим в Catkin Workspace, папочку SRC, и сюда с гита скачиваем вот эти файлы. Затем нам нужно их установить. Переходим обратно в папку Catkin Workspace и делаем команду Catkin Make. Но эта команда может у вас не сработать. У меня, например, не получилось этой командой все установить. У меня вылезла вот такая ошибка. Если у вас получается то же самое, то вы должны пакеты все установить изолированно. Вы делаете команду Catkin Make Isolated, и у вас все замечательно устанавливается. Лично я так и решил эту проблему. Следующее, что нам нужно сделать, это перейти в папочку Sketchbook Libraries и сюда установить нужные библиотеки, чтобы в IDE-шке мы могли уже вытаскивать какие-то готовые пакеты. Для этого мы переходим в эти папки и делаем вот эти вот команды. Сейчас, если вы откроете IDE-шку, перелистнете в самый низ в примерах, то у вас там появится папочка ROS Serial, и оттуда вы можете вытаскивать какие-то готовые куски кода. Но если вы попытаетесь их загрузить, или если вы попытаетесь открыть монитор порта, у вас выйдет вот такая ошибка. Это происходит потому, что у программы нет доступа к USB портам, и ей нужно их дать. Это же все-таки Linux, как же без суперпользователя. Для этого мы просто вводим в консоли вот эту команду. И давайте пока что начнем с чего-нибудь простого. В качестве примера загрузим программу Hello World, откроем ее и просто загрузим ее в контроллер. Теперь ее надо как-то запустить. Для этого мы в одной консоли запускаем ROS, команду ROS Core, а во второй консоли вводим вот эту команду. В конце мы указываем порт, где у нас подключена Arduino. Да, если вам нужно посмотреть вообще ваши порты, где у вас что стоит, то вводить либо вот эту команду. У меня вот эта команда сработала, тут уже у кого как работает. Итак, мы запустили наш узел, и давайте посмотрим, что он вообще делает. Для этого мы можем вначале написать ROS Topic List и посмотреть вообще список топиков, которые у нас запущены. Если мы хотим посмотреть конкретный топик, тогда мы вводим ROS Topic echo имя топика. В этом случае у нас будет chatter. И если мы это запустим, то мы увидим, что раз в секунду у нас публикуется сообщение Hello World. Это то же, что наша программа, собственно, и делает. Да, если вы хотите посмотреть все в виде графа, вводите команду RQT Graph и просто смотрите. И давайте сейчас посмотрим, из чего у нас состоит программа и как она вообще работает. Вначале мы подключаем библиотеку ROS и подключаем из пакета std-messages тип сообщений string. Далее создаем объект str-msg типа string. И создаем publisher chatter с топиком chatter и сообщением str-message. Далее создаем переменную hello с текстом hello world. В сетапе мы запускаем ноду и запускаем chatter. В основном цикле мы публикуем сообщение str-message раз в секунду. Да, если мы почитаем официальную документацию на ROS Serial, то мы увидим, что у нас в зависимости от семейства контроллеров есть разные возможности по количеству паблишеров и субскрайберов. Скажем так, у нас есть разные возможности по мощностям. Позже я переделал свою старую ардуиновскую программу под новую и сделал из нее узел ROS. Сейчас она принимает команды с клавиатуры, то есть она принимает сообщение типа twist, и она может управлять роботом. Но параллельно, чтобы показать вам возможности Arduino, я дописал еще три паблишера. Один публикует текст, один публикует сив данных, и один публикует просто какое-то число. Вот так выглядит его граф. А если вам интересна программа, то переходите по ссылке в описании, там есть ссылка на программу, скачивайте ее и смотрите. Там все подробно описано с комментариями, с пояснениями.
И, собственно, зачем мы вообще это делаем? У нас ведь и на I2C все работало, но в дальнейшем мне придется так или иначе подключать одометрию. Мне нужно считывать скорость энкодеров и передавать ее в Raspberry, чтобы потом использовать в построении карт местности. Как это сделать через I2C, не очень понятно. Это, конечно, скорее всего, можно сделать, но надо заморачиваться. Опыт показывает, что лучше использовать какие-то готовые решения, которые уже отлаженные, чем городить что-то свое. Поэтому, ну, собственно, я так и сделал. Я просто взял готовое решение с Ross Serial и переделал ее под свою задачу. Это, я думаю, более логично. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно напиши в комментариях, если тебе заходят такие видосы. И до новых встреч. В следующий раз мы постараемся что-то более крутое сделать. Пока.